Здравствуйте, друзья! Сегодня урок для продвинутых. Друзья, я не навязываю вам, что нужно делать именно так. Это просто методика, та, которой я пользуюсь. Покажу сегодня, как я рисовал Элвис. Рисуем шаблон на формате А0. Я не буду останавливаться на характерных чертах портрета. На эту тему уже сделано множество уроков. Рисуем характерные черты образа, естественно, прорисовываем волосы. Намечаем направление основных источников света. Намечаем самые светлые области портрета. Далее вступает в игру мой любимый инструмент перетекания. Рисуем кривую, копируем, вставляем, изгибаем как нам надо. Назначаем перетекание 160-180. Тут все зависит от вашего вкуса. Далее разъединяем перетекание, сливаем его в один объект. Активируем инструмент резинку, стиральную, конечно, и вытираем области, где предполагается свет. Рисуем самые темные области объекта. Затем таким же образом заполняем самые светлые тени. Я предпочел сделать это вертикальными линиями. Вы можете выбрать другое направление. Добавил еще средние тени, все тем же образом. Меня вполне устроил портрет. Но вы можете продолжить. Теперь я объединяю все объекты в один объект. Раскрашивать его можно как угодно. Всем спасибо. До свидания.